Мы их раньше называли грибные ушки или что-то как-то так. Это кабанячьи грибы, кабанячий труфель. Боже, зачем ты мне целую дорогу отдал? Вообще, я могу просто сфоткать? А вот они, ребятушки. Наше сегодняшнее приключение. Запах. Фиолетово-ножки. Это работает. Рискуем. Давай. Вы с нами? Заехали какое-то новое лесничество. Ни разу тут не были. Не, прикольный тут. Лес. Дубы, да? Ну что? А де ми тоді були? Десь отут і отут? Не пам'ятаєш? Треба ходити, смотреть. Ні ножа не взяли, нічого. Це взагалі що за гриби, ти знаєш? Вони класні. Це ж зимні грибочки. Ты же хочешь, чтобы она целенькой осталась. Да, вот тоже. Надо подрывать ее изнизу. Да, вот так, да, снизу. Так, то снизу подлезешь. Здесь мы тут ничего не вкусно за руку. Вот это же, да, Иван, да, это же она опенька. Да, да, да. Цепляй. Ну, только я не знаю, чем мы будем ее вырезать. Да, придумаем. Да, где-то ножик был там в рюкзаке. Пока давай так собираем. Подожди, иди. Бачите, так, ось таке трухлявенька, воно іменно в трухлявому росте. Ну да. Тут ще поки дорога є. Воно під корою. Я не можу корову вилізти. Ось. Вони тільки вилізли, блін, рано. Деякі ось маленькі. Рано ми приїхали. Вони тільки почали. А, так що, пойде. Можна їх збирати теж. А ты не заметила, вот еще. Я хочу фотку сделать, зачем ты мне видео свое смотришь? Ну вот смотри, они только начинают вот эти. Вот это ж с них оно и вырастает, с таких маленьких опяточек. Боже, зачем ты мне целую дорогу отдал? Вообще, я могу просто сфоткать? Это классная штука, ты не умеешь пользоваться. Угу, да не, ну это издевательство, надо нож брать. Или получается? О, вешенку увидел. Видишь? Прямо. Чуть левее. Я бачу. О. А я думал, не маю вешенки. А вешенка отличная. Офигенная. Слушай, я с этой палкой оторву их и пойду. А вон, смотри, на дереве. Белое, видишь? И рядом. На пеньке, надо туда сходить. И на том пеньке тоже много. Ну да, это какая-то фигня. Их, короче, чикабаны там тоже порыли. Это кабанячьи грибы. Кабанячий труфель. Вот смотри, как тут. Видишь, они тут тоже росли. И видишь, его кабаны порыли. Да, нарост, типа. Прикольно тут. Какие. Thank you.
Привет. Да ты сюда, привет. Сегодня достаю. Помогу. О, прикол, да? И там все, там же маленькие. Всегда боюсь, если бы тут мыша была. Вот это ж у них такая вот грибница, видишь? Опенок. Опенок. Мы их раньше называли эти... Грибные ушки или что-то как-то так. Так. А це у нас бамбук. Лес бамбук. Тут по-любому не будут. Надо чуть-чуть идти там, где пореже. Мы просто даже тут не пролезем. Ха-ха. Такие, да? Прикольно, что вот так идешь, раз, сорвал, пошел. Да, их вот так видно, гуляючи. Нашел. Я нашел маленькую такую грибничку. Слышишь, ну там нема ничего, что-то внизу. Блин, ножка играет. После нашего прошлого путешествия, ну, ты взял чай? Да. Ну, в смысле, термос я знаю, чай. Юль! Что? У нас есть нож. Еще у нас есть чай. И лопатка есть. Вот этот нож тут был. Кстати, писать. Лопатка нужна сейчас. Хоть какой-то. По мороженой трошки. О, и насобиралась? Порвана курточка. Запуталась. Вот уложи его сразу в термос. Надо его помыть. А вода? А вода в машине. Короче, место тут прикольное, да? Смотри. Самое главное, блин, соус. О, баллончики есть еще запасные. Ты что за тр-тр-тр? Что это? Кто они так делают? Да? А вот это скажи, что это делает. Помнишь, что белочка на нас не обиделась? О, как я хочу пить. Чайку. Чего мы дома не заварили чай? Мы? Или ты? А не, мы там сделаем. Так, что будем готовить? Ну, по крайней мере, мы нашли нож. Тесто у тебя уже замешано, да? Нет. А что его замешать? А ты думаешь, муку я брала просто? Возьмем сковородку, замешаем тесто. Сначала обжарим грибы. Да, ты начинай с грибами, так что чеши за водой. И тут помыть вот эти миски. Короче, первое пошел я за водой. У нас есть вода, а сразу нельзя было в рюкзак положить? Нет. Так бы было интересно. Чуть-чуть шиповничка. Чуть-чуть, это вообще чуть-чуть? Ну, белочкам же что-то осталось. Ха-ха-ха.
Не могли дома это все сделать. Ну ладно. Ира, тогда ты не попив целебного чайка. Да. Вот это насоление. Офигеть. Они такие классные, прям как с банки, знаешь, а тут продаются эти маринованные такие в баночке опята. Слушай, ну нормально, кстати, помыл их. А что их тут? Тут листочки немножко. Так, ну что, ты там тесто делаешь? Чини. Так давай уже. Ты что, рыгаешь? Что за звуки? Ворона. Что, быстро кушаешь его? Да, я голодна. Так, 4 яйца. А что ты делаешь, тесто? Тесто на пиццу. Ой. Ничего себе, 4. Сколько. Я бы лучше пожарил яйца. Ну, а ты сковородку я взял. Да. Я думаю, ничего, что я вот тебе венчик. Да не, наверное, не получится венчик. Надо было миксер взять. Ёршик. Ёршик в лесу. Знаешь, этот канал это выживало. Вы у меня постоянно спрашиваете, как я в лесу подтираюсь. Я использую ёршик. Короче, тесто все на глаз, да? Ну, да. Ну, чуть-чуть придерживаюсь. Вышло на глаз, потому что мы не взяли с собой ложку. Кстати, алия надо? Да. Алию я буду, во-первых, тебе она надо для грибов. Мне она, знаешь, кого надо? Я положу этот пергамент, чтобы она не пригорела. Последняя. И все равно трошки смочу алию. Уже последняя. У нас даже помидор есть. Мы знали, что в любом случае мы грибов насобираем. Брикет сыра. И самый главный ингредиент. Прям с мяском. И что, у тебя шипом? Что, пахнет шиповником? Ну, знаешь, уже немножко стоялось. Офигеть. Вот такая, как я хотела. На вкус? Нормально. Хотя соли я бы добавила. Ну что, в принципе, тесто готово. Давай начнем. Ну, наверное. Вот это запах! Попробуй понюхать, как этот такими именно лесными опятами. А вот они, ребятушки. Наше сегодняшнее приключение. Так, а их можно и сырыми хавать, да? Да не, ну на соление делают же, что этот маринуют их в баночке. Закрывают. Может, надо погромче радио сделать? Нравится. Нравится запах. Почулось, не нравится запах. А, и шиповник классный, кстати, настоялся. Блин, хорошо. Почему у меня нема этого вкусного вкуса? О, ребятки, я вам сейчас... Вы должны это видеть. Это такая прикольная вкуснятина. Да, оно. Вот это класс. Блин, это надо еще и воду сливать с них. Они тогда лучше будут. Как жарится, ты спешишь туда? У нас тесто уже готово. Пицца готовится минут 10, ну, может чуть больше, боюсь больше. Себе больше, что ты там солишь? А потом еще это солишь. Ну, это прекрасно. Лесные опята. Ну да, и синенушки тоже тут. Чтобы убрали пирожки, они трошки нахололы. Подзастыли. Сейчас трошки подогреем порошки. Прикольно тут, да? Угу. Хотя фиг знает.
тема. Петра Свистунова, залив Дніпра. Дніпро? Ми в лісу. Ну там Дніпро. Угу. Це порошок. Пахнет, пахнет. Смотри. Ну, Юля решила трошки помешать, потому что пригорают. И водичку надо тоже выливать. Мы вообще думали, что сегодня ничего не найдем, да? Поэтому удалось сухой напиться колбасу. Не, ну колбасу тоже покрышем кубиками там какими-то такими. Угу. И сыром потом затрем. Проучите, чтобы нашли все-таки ножик. Можем себе позволить. Теперь нам надо... Переложить. Переложить, потому что нам чуть надо тесто сделать. Так. Боже ты, запах. Немнамка. Конечно, пергамент, но от греха подальше. И все-таки трошка оливки малины. Если что, то грибы. Пробуем. И высыпаем тесто. Юра, пожелай нам удачи. С ударом не надо сделать. Угу. Так. Самый главный ингредиент. Но если не получится, еще одну. Давай сразу вопрос. Вот такая будет еще у нас колбасочка. В принципе, рыбам тут места нет. Сейчас будет супер. Большие не ложи, маленьких не ложи. А я пока буду сыр резать. Угу. Побольше, побольше. Ну да, наверное, хватит уже. Сырок. Блин, что-то наш сыр не сильно плавится. Ну, как есть. Закрывай. Что у вас на носу? Сопля. Нет, Новый год. Интересно, получится или нет? Короче, первый раз готовим такое. И боимся, что не получится. Обидно. Намочили ноги. Угу. Сейчас уже снежок. Заработал и сопли. Пошел снежок, ноги мокрые. Пока грибы их собирали, намочили ноги, блин, ходили там по траве. А сейчас пошел снежок маленький, пролетает. Наверное, температура упала. Ага. Высохло так. Ну, наша пицца уже готова. Я так думаю. Рискуем? Давай. Вы с нами? У-ху, получилось. И тесто, кстати, уже готово. Ура! Это работает. Пицца на сковородке. На маленьком огне можем, да? Пускай дойдет. Ты бы только что включила, я внутрь со мной посади. Сейчас еще 5 минут и будем чаек попьем и будем пробовать. Так, ну что, надо пробовать.
Так, все, дошла наша пиццайка. Давай. Просто горячая какая-то такая. Тоже похоже. Вау! Вау! Вам видно, ребятки? Угу. Класс. Вау! Сейчас будем пробовать. А тарелок? А тарелок-то нет. Нет. У нас есть нож. Давай на нож. Или на этот. На тарану. На пополам давай разрежь. Тебе кусочек имею. Как в Макдональдсе. А? Лямка. А ну распусти. Это будет мой кусочек. Все, спасибо. Ну, здоровье. Сыр превосходен. Угу. Только знаешь, что подгорел чуть-чуть вниз. Угу. А так вообще бомба. Сыр вообще. Угу, тесто, кстати, получилось прикольным. Типа омлета. Угу. Да? Тесто как омлет. Грибы вообще опять. Я сейчас упаду. Так, ну что? Прежде чем куда-то ехать, не забывайте вилки, нож, рот. Угу. Подписывайтесь на канал. Угу. Только не забывайте перед нашим видео делать себе тоже что-то вкусненькое. Бутерброды, чаек. И потом смотреть. Включать. Наши новые видосики. Пальчик вверх для поддержки канала. И поставить колокольчик. Я, правда, никогда в жизни его никому не ставил. Не знаю, где он вообще, этот колокольчик. Всем пока. До новых встреч. Bye. Пока.